Охренеть можно. Блядь, пожарный. Супер. Место событий. Жертв нет особо, наверное. Только экипаж. Все, больше девчонок нет! Все вместе, слышно. Так, тихо. Давай, снимем сейчас. Все хорошо, Лен, Катя, все тихо. Тихо. Все хорошо. Давай. Уже. Все нормально. Держи мне за руку. Давай, держи. Тихо. Все. Все, девчонок больше нет, только экипаж остался. Лежи, милая. Все хорошо, ничего. Все хорошо. Тебя сейчас. Все. Глаза больно. А ты не открывай. Закрой глаза. Закрой глаза. Не можешь тебя пустить. Нормально, я ходил. Холодно, ребята, холодно. Машин не пускают, видишь, машин. Давай, садись, вам же неудобно лежать. Я на корчиках, я нормально. Все, тихо, я не трогаю ее. Танюш, держись. Я не трогаю. Блин, Тихо. Вертолет скоро. Сейчас вертолет пролетит, ребята. Я не фотографирую. Давай, ты так и стоит на... Кто? Пилот? Пойдем, возьмем. Где там человек? Дым еще говорили. Где там еще говорят? Внизу все, мы вытащили девушку, которая... Девушка вон, да. Все, это мы ее вытащили, она все. Внизу кричала. Ребят, ну подавляем, давайте в сторонку, поменьше. Ай. Народу. Коренья еще идет, там керосин. Нормально. Надо его оттягивать. Всю жизнь хотел увидеть, как самолет падает перед глазами. Он прям перед глазами у меня упал. Я тоже четвертый ехал. Да, ничего не поделать. От дыма давайте туда. Да не, не надо трогать. Не надо трогать. До него не доходит, низом дым не идет. У него спина болит. Ну, нет, скоро, сейчас они будут сейчас про. Лежи, не надо. Слышишь? Сейчас будут. Дружишь, лежи, не надо. Не вставай. Сейчас уже приедут. Все хорошо. Все живы, слышишь? Все нормально. Все живы? Да. Две девушки живы, одну вытащили, второй просто перелом ноги и все. А? Спереди не видно. Что он проправил?
три. Про проводников сказал что-нибудь? Пять проводников, три летчика. Нету. Только трое. Проводников вообще не видно. В осе никого точно нет, там все пролазили уже. А где есть? Короче, пять проводников, ребят. Три пилота, три девушки и пять проводников. Три пилота здесь. Короче, три пилота, три девушки. И пять проводников. Два пилота. Ну, короче, он сказал, что три пилота, три стюардессы. Может, инженер? Ну, хер его знает, ну, три. Здесь два пилота, один инженер. Ну, он сказал три, я не знаю, кто здесь. Он сказал три. Три девушки и пять проводников. А где они? Часть внизу. Пять проводников. Была. Часть сразу вышла, еще я видел, отбегали. Вынесли одну с хвоста, а одного из них вытащили, парни, одного отсюда вытащили. Что за фонарик лежит? Вот это что? С этой части мы троим. Вот видишь, кровь течет отсюда, ребят. Они здесь, кровь течет. Вот видишь? Видишь красное стекло? Рядом с фонариком. Вот кровь, да. Вот кровь, они здесь. Надо. Стекло. Они здесь, да. Внутри не подберешься никак, а? Двое, скажи, что двое здесь, две крови здесь. Вы пострадавший или кто? Нет, я помогал. Идите. Я понимаю, идите. Ну а куда мне идти? Идите, керосин горит. Вы понимаете это или нет? Вы погибнуть хотите? Уходите. Нормально, я еще, может, помогу. Уходите, уходите за ДПС. Хорошо, сейчас. Ребят, идите, пожалуйста. Идите. Да гаишник пускает их! Чё ты чё? Да вот так вот пускает, там скорая помощь должна проехать! Ну что, господи, все нормально, все обошлось, вроде бы только один человек умер. Но это еще не точно. Фу, воняет гарью. Я еду дальше, у меня заказ, стоять не могу. Вот немножко крови заснимаю то, что я вытаскивал стюардессу, помогал. Искать вторую помогал, вот кровь, не моя. Господи, что все будет нормально, это страшное дело. Воняет смертью, ну его нафиг. Все, мы поехали, удачи, ребят, всем.